Помните, как написано у Крылова в басне «Ворона и лисица»? Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок. И в сердце льстец всегда отыщет уголок. То же самое в современном мире можно сказать о мошенниках. Мошенничество при интернет-покупках, телефонное. К сожалению, общаясь с незнакомыми людьми, ни на одну минуту нельзя терять бдительность. Мягкость и податливость могут привести к серьезным материальным потерям, таким, какие произошли у героя нашего следующего сюжета. Данный мотоцикл у меня стоял на этом месте. Вот у меня даже остался, вот он, вот след от мотоцикла даже остался вот как вот. Не могу в себя, так сказать, прийти, что стал жертвой мошенников. Вот этот след и навес на заднем дворе, сделанный специально для сборки, хранения спортивного мотоцикла Suzuki объемом 250 кубических сантиметров. Единственное, что осталось у Павла Ленского после встречи с настоящим мошенником. А ведь начиналось все очень хорошо. Взятый в полностью разобранном состоянии мотоцикл, Павел несколько лет собирал своими руками. Когда работа подошла к концу, решил продать, так как у Павла, любителя мотоспорта, есть еще один. Покупатель быстро нашелся, а в день назначенных смотрин буквально штурмовал звонками. И вот долгожданная встреча. Мотоцикл его полностью устроил, сказал мне, что хотел бы провести тест-драйв. Я ему сказал на это то, что вы хоть какой-то документ оставьте. Предложил он мне свой телефон, который стоит 1000 рублей. Я ему сказал, не будем смеяться, как бы давайте так посмотрите, проедете до поворота, там проверите, пощелкаете. Там. Он сказал, как бы хорошо. Все. В итоге он сел на мотоцикл и уехал в неизвестном направлении. По сегодняшний день я не видел ни мотоцикл, ни его. Павел оперативно начал поиски мотоцикла, оставил ориентировки в магазинах автозапчастей, разослал информацию по социальным сетям и группам любителей мотоспорта. И, конечно же, обратился в полицию, ведь стоимость угнанной техники немаленькая, доходит до 200 тысяч рублей. Ориентировки по всему краю розданы, фотографии этого человека есть, сейчас становится его личность, ведется та необходимая работа, которая ведется в рамках возбужденного уголовного дела. Извините, но более сказать не могу. Заявитель проявил высшую степень доверчивости. Продаете автомобиль, не давайте человеку сесть за него и поехать самому. Тот же самый мотоцикл. А все эти такие там пафосные, бравые выражения, там, ты мне не доверяешь? Да, я не доверяю тебе. Я вас вижу первый раз. Сели рядом, поехали, прокатились. Каждый день в отдел внутренних дел Славянского района приходят люди, ставшие жертвами мошенников. И какую бы профилактическую работу полиция не проводила, количество доверчивых людей не уменьшается. Лишний раз пройдите осторожность, проверьте все, посмотрите. Посмотрите паспортные данные человека. И чем человек настойчивее там просит у вас прокатиться там, на машине или автомобиле, тем больше у вас должно быть сомнений в душе, что что-то здесь нечисто. Как нам рассказали в полиции, по делу об угоне этого спортивного мотоцикла уже есть конкретные наработки, о которых пока рассказывать нельзя в интересах следствия. Но, обращаясь в редакцию Славянского телевидения, Павел Ленский попросил, чтобы и мы помогли в скорейшем поиске его пропажи, распространив информацию. Кстати, нашедшему Павел обещает вознаграждение в размере 40 тысяч рублей. Посмотрите внимательно, может, подобная техника появилась рядом с вами. Мария Климова, Игорь Иванчугов, программа «События».